«Русские новости», раздел «Ликбез». Будет такая серия. Хотел сначала обсуждение книги Валентина Катасонова отнести к разделу «Что читать?» или «Читайте книги, друзья». Но, видимо, все-таки эта книга, вот передо мной свежее издание, издательство «Книжный мир», 2015 год. Валентин Катасонов, уже давно известный экономист, написал такую книжку «Битва за рубль». Ну, точнее, эта книжка составлена из его публикаций, довольно многочисленных, в силу его популярности в разных изданиях. Ну, здесь они все приведены к одному формату. Я бы не сказал, что это целостное произведение. Это действительно набор публикаций. Тем не менее, они высвечивают целый ряд проблем, которые положено знать, в общем-то, каждому гражданину. Для того, чтобы оценивать ситуацию, в которой мы живем, оценивать состояние российского государства и экономики. Почему экономический провал? Валентин Катасонов, «Битва за рубль». Вот эту книгу я рекомендую не то чтобы читать, а хотя бы послушать о том, что здесь написано. Ну, книжку можно купить, достаточно быстро прочитать. Вот. Но я постараюсь сделать так, чтобы тем, кому это сложно ходить по книжным магазинам, обращаться в интернет-магазины. Книжные интернет-магазины сейчас распространены, можно по почте получить книжку. Можно прямо найти электронный сайт издательства «Книжный мир» и там заказать эту книжку. Ну, кому это сложно, кому не хотелось бы читать, а вот в порядке ликбеза что-то узнать, я сообщу содержание этой книги по возможности полно. Начинается эта книга с того, что Российская Федерация практически половину всего времени, своего времени существования находилась в состоянии экономического хаоса, обвалов и серьезных обострений, пишет Катасонов. Действительно, это так. И тут же сделан вывод, что порочена сама модель российской экономики. И, собственно, вот вся эта книга и показывает, что модель порочна. Прежде всего, с точки зрения кредитно-финансовой системы, потому что, в общем-то, экономика не сводится к обращению денег и кредитным отношениям. Но если эти отношения не урегулированы, то все остальные отношения теряют всякий смысл. То есть предпринимательство в Российской Федерации оказывается невозможным, или, по крайней мере, невозможным в той форме, которая приносит максимальную пользу обществу, если финансы растекаются бог знает куда, если банки измываются над всей экономикой и соединяются с себе подобными структурами за рубежом. Если капитал становится интернациональный, тогда Россия просто утрачивает суверенитет. Вот в чем самое главное содержание этой книги. Как российский рубль сделать, почему он, во-первых, стал фактически не национальной валютой, а перекрашенным долларом, как пишет Катасонов. И как избавиться от всего этого? Даются рекомендации, но важно знать, как эта система обворовывания нашей страны действует. Ну, действительно, богатейшая страна и народ, живущий в нищете. Он мог бы жить богаче, чем самые богатые страны Запада, а живет в нищете. Зато у нас куча миллиардеров. Путин принял страну, когда в ней было 8 миллиардеров. Сейчас примерно 111, там больше 110 миллиардеров, долларовых миллиардеров. Это колоссальные состояния, которые, ну, могут подвинуть политику любой страны в любом направлении. Если этих людей не остановить, то они просто разберут все, что есть. Или мы просто будем их рабами, и они будут использовать эту территорию, как им вздумается, грабить ее, увеличивать свои состояния. У них же в головах ведь ничего больше нет. Вот заметьте, те, кого мы называем олигархи, это вот сверхбогачи, у них же в голове нет никакой государствоустроительной идеи, никакой идеи продвижения, скажем, научных или каких-то технических идей или там достижений, какой-то государственной модели. Им это все не интересно. То есть это чистые грабители, разбойники с большой дороги, которым обломилось украсть, можно сказать, полцарства. Вот мы в такой модели экономики живем, когда правит олигархическая группировка и правит через финансовые инструменты. То есть она ничего не производит. Производят, конечно, есть там инженеры, есть рабочие, есть производственные мощности, которые принадлежат этой олигархии, но она этим не занимается. Она занимается исключительно финансовыми инструментами ограбления страны. Об этом пишет Валентин Катасонов. Капитализация всего российского рынка акций составила на середину декабря 2014 года 384, ну округлим, 400 миллиардов долларов. Всего 400 миллиардов долларов
все активы, которые зафиксированы в акциях российских компаний. Это дешевле, чем стоимость корпорации Microsoft – 386 миллиардов долларов, или Apple – 643 миллиарда долларов. Почему, можно сказать, вся страна стоит дешевле, чем отдельная, пусть крупная, пусть крупнейшая фирма? Почему это происходит? Потому что такой расклад предусматривает мировые финансы. Они оценивают нас в ничто, чтобы за бесценок скупать российские, прежде всего, ресурсы, российские секреты. И несуверенная страна России, им крайне выгодно. Поэтому нас выгодно держать в нищете. Если реально наши активы стоят там, на несколько порядков дороже стоимости там, Apple или Microsoft, то тогда труднее расхитить, тогда по дешевке не скупишь, и тогда политиков невозможно покупать за копейки, тогда крупнейшие предприятия нельзя подчинять своему влиянию, там, скупать акции, подкупать менеджмент и так далее. Тогда очень трудно действовать. Но финансовая система, которая утверждена была в 90-х годах, а сейчас продолжает действовать, предусмотрена именно для этого, для того, чтобы страну можно было легко грабить. Она очень дешевая. Поэтому здесь покупается и продается все за какие-то зеленые бумажки, которые печатают Федеральная резервная система США. Здесь можно купить все, что угодно. Ну, кроме людей, которые не утратили совесть. Вот они здесь скупают все. Поэтому мы нищие. Потому что мы входим в мировую финансовую систему. Выйти из нее – вот наша задача. А выйти из нее мы можем только одним путем. Уничтожив режим олигархии. То есть политическую надстройку, которая превратилась вот именно в разбойничью шайку. Эта шайка должна быть устранена. Катасонов так не пишет. Он предпочитает высказываться аккуратно и даже многократно цитировать, что мне не очень нравится, Путина и даже полоумного депутата Федорова. Он несколько раз цитирует, хотя мог бы обойтись и без этих цитирований. Но, видимо, это некое такое заявление об определенной лояльности. То есть, как экономист, Катасонов предлагает. Он предлагает ныне действующей власти восстановить суверенитет. Но поскольку Катасонов все-таки это единственное лицо, пусть он популярен, вокруг него публика, но он не представляет политический проект, он представляет экономический проект, а точнее проект финансово-денежной системы, финансово-кредитной системы, и предлагает тем же самым людям, которые учредили другую систему. Но это такой формат подачи своих идей, поэтому он в определенной степени ограничен. Я со своей точки зрения считаю необходимым постоянно говорить о том, что нами правит олигархическая верхушка, что эта верхушка абсолютно чужда национальным интересам России, что она никогда не установит суверенитет, потому что только так они могут грабить нашу страну в полном сотрудничестве со своими партнерами, каковыми они могут считать, что этого живодера Порошенко, что какого-нибудь Обаму, но главным образом стоящих за их плечами, за их спинами, такие же олигархические структуры, которые окучивают весь мир, они грабят весь мир. То есть сложилась новая реальность, и она отражена в политике. По сравнению с 20 веком, конец 20 века и нынешний век, 21-й, характеризуется тем, что за фасадом демократии прячутся олигархии. Если эти олигархии не будут уничтожены, в том числе и в масштабе всего мира, то этот мир будет разграблен, и он придет к концу цивилизации. И новая какая-то, новая цивилизация на неизвестных нам основах, ну, конечно, нравственных основах, потому что на других не вырастет, будет восставать из пепла, в который превратится наша цивилизация, наша жизнь, наши народы, наши культуры. А именно это является средством существования олигархии. Уничтожение того, на чем эта олигархия паразитирует. Катасонов пишет, все рассчитывают, что в крайнем случае государство за счет валютных резервов, фонд национального благосостояния, резервный фонд, придет на помощь крупнейшим банкирам и компаниям, как это было в 2008-2009 году, когда на такую помощь было выделено в общей сложности около 200 миллиардов долларов из стабилизационного фонда. Но это ложные надежды, потому что и другим нужны эти деньги, не только банкам. Ну, банки, конечно, пожрут главную часть стабилизационных резервов, и уже в 2015 году это происходит. Потрошат резервы, лишь бы спасти банковскую систему. Почему вот гражданам не выплачивают из стабилизационного фонда для того, чтобы поднять хотя бы их покупательную способность? Нет, потому что в Кремле сидят люди, которые
не просто зависят от банков, они являются ставленниками этих банков, а банки являются частью мировой финансовой системы, то есть мировой системы грабежа России и других государств, но в данном случае нас интересует Россия прежде всего, как самое слабое звено, самое несуверенное из великих держав. По формату великая держава, армия, ядерное оружие, огромная культура, история, впечатляющие достижения в прошлом. А с другой стороны, предательское правительство, которое сдает все национальные интересы. Это самый лакомый кусок для олигархии. Поэтому без того, чтобы сориентироваться на уничтожение олигархии, мы ничего не сможем сделать. Ну а ключевое звено – это, конечно, кредитно-финансовая система. Признаки кризиса обозначились в России еще в конце 2013-го, начале 2014 года, когда цены на нефть марки Brent находились на уровне близком к $110 за баррель. То есть кризис связан вовсе не с тем, что мировая олигархия начала проваливать цены на нефть, чтобы Россия стала сговорчивой. Нет, есть внутренние причины кризиса, и об этом свидетельствует наш экономист. Да, вместо Украины могло бы быть любое другое формальное обоснование и оправдание экономических санкций. Это уже к текущим событиям. Украинские события истекают из кризиса. И на месте Украины действительно мог быть любой шаг. Там сбили Боинг, могли сбить что-нибудь другое. И мировые СМИ были уже заряжены, так же, как с ситуацией в Грузии. Мировые СМИ заряжены для того, чтобы обосновать для общественного мнения экономическую войну против Российской Федерации. Она ведется, и мы живем в состоянии войны. Это нужно понимать, и в порядке ликбеза каждому гражданину надо понимать, мы живем в состоянии войны. Но это война, которая ведется не правительством Российской Федерации, которая ответно должна была какие-то действия предпринять. Ну, контрсанкции она якобы предприняла, они, правда, абсолютно бессмысленны и беспощадны к своему собственному народу. Ведется война мировой олигархии против национального суверенитета Российской Федерации, против русского народа прежде всего. Потому что только в нем заложено вот то будущее, которое может привести к возвращению суверенитета, к тому, чтобы богатства, принадлежащие русским по праву, были бы в их владении. Поэтому олигархия кремлевская, олигархия, условно говоря, вашингтонская, находится по одну сторону баррикад. А русская нация и другие коренные народы, проживающие на территории Российской Федерации, по другую сторону. Либералы, несмотря на то, что они находятся в оппозиции к ныне действующему режиму, находятся по ту сторону баррикад. Коммунисты, которые тоже являются оппозицией, ну такой ручной, уже совсем так признающий ныне действующий режим и очень мягко его критикующие, находятся по ту сторону баррикад. Они являются врагами русского народа. Либералы и коммунисты. Еще раз подчеркну, что речь идет о людях с определенной политической ориентацией. Но они же являются противниками возвращения суверенитета русским. Потому что тогда не будет места этим политикам ни в Думе, ни вообще где-либо на политическом поле. Потому что по эту сторону находятся другие люди, другой вектор политики – это русские националисты. Русский народ, русская нация, коренные народы России находятся по одну сторону баррикад. Правительство Российской Федерации, администрация президента, президент, все пропрезидентские силы и ручная оппозиция в виде либералов и коммунистов по другую сторону баррикад вместе с мировой олигархией. Силы кажутся неравны, но на самом деле, если русский народ почувствует, что силы-то на самом деле есть и огромные, то олигархия будет сметена очень быстро, почти мгновенно. Беда только в том, что мозги загажены всякими глупостями, коммунистическими, либеральными, телевизионными и так далее, и так далее. Если этот обморок вдруг по какой-то причине, ну я не знаю, там снова сгорит Останкинская башня, пропадет, то люди очнутся, я в этом не сомневаюсь. А мы, русские националисты, стараемся для того, чтобы это произошло как можно быстрее, для того, чтобы каждый, кто хочет свое достоинство восстановить в интеллектуальном плане, мог бы обратиться к передачам, скажем, типа «Русских новостей» и понять, кто друг, кто враг, на чьей стороне надо выступать. Катасонов пишет: «Прихожу к неутешительному выводу. Денежные власти страны действительно целенаправленно подготавливали черный понедельник, черный вторник. События середины декабря 2014 года по своему разрушительному эффекту намного превзошли ущерб от всех трех пакетов санкций, которые Запад применил против России». То есть речь идет о том, что внутренний враг гораздо опаснее и гораздо дороже нам обходится, чем внешний враг. Внешние санкции вообще ничто по сравнению с теми санкциями, которые против страны предпринимает правительство Российской Федерации.
2014 году произошло одно из крупнейших ограблений нашего народа. Может быть, более крупными ограблениями по сравнению с последними были лишь фактическая конфискация вкладов в Сбербанке десятков миллионов граждан правительством Гайдара более 20 лет назад в результате бешеного разгона инфляции. Но и нынешнее ограбление весьма впечатляющее. Может быть, оно тоже может сравниться с ограблением в результате фиктивного дефолта в 1998 году. Фактически произошла частичная конфискация рублевых вкладов граждан, пишет Валентин Катасонов. У населения, хранившего свои сбережения на рублевых депозитах российских банков, было украдено 6,5, внимание, 6,5 триллионов рублей. То есть это уже суммы, которые не укладываются в голове. Но это примерно, я так вот очень приблизительно оценю, это как все равно, чтобы разрушить Москву и заново ее построить. Вот примерно такую сумму из карманов граждан украло правительство Российской Федерации. Не какие-то там зарубежные наши недоброжелательные, они там свою долю тоже получают. Но главный виновник в том, что ограбление произошло, это правительство Российской Федерации. Более 100 миллиардов долларов, вот примерная оценка уже в долларах у Катасонова. Наличная денежная масса вне банковского сектора при 6,9 триллиона рублей. В долларовом эквиваленте от нее осталась лишь половина, пусть лишь 1/4 всей наличной рублевой массы хранилась под матрацами. Потери приближаются к 1 триллиону рублей. Опять же, если перевести в долларовый эквивалент по среднему курсу прошлого года, то получим примерно 24 миллиарда долларов. Это дополнительно к тому, что переоценивается стоимость самих сбережений. И еще, значит, по подсчетам потери населения в результате экспериментов Центробанка с плавающим курсом, обошлись нашим гражданам в сумму, равную 7,5 триллионов рублей. Сумма складывается из потерь тех, кто держал рубли в банках, и потерь тех, кто держал рубли под матрасом, около триллиона рублей. Итого у нас получается общие потери 174 миллиарда долларов. Это игра внутренних врагов. Энергия нашей Государственной Думы была в конце уходящего года, 2014 года, канализирована не в русло защиты прав и интересов, кинутых денежными властями граждан, а в русло защиты тех же банков, ну как и предполагает олигархическая система. Все резервы, которые накапливаются, конечно же, трудом граждан и путем продажи ресурсов, которые тоже принадлежат всем нам, вот эти деньги все поступают в банки для того, чтобы они продолжали существовать и грабить нашу страну. То есть, когда ограбленный начинает уже дышать на ладан, помогают не ему выздороветь, а помогают выздороветь тем, кто рядом с ним начинает хереть, потому что он живет за счет жизненных соков, как паразит вот этого умирающего, полумертвого существа, которое является на сегодня Российской Федерацией, государственностью и экономика. По данным Банка России, на 1 декабря 2014 года денежные средства юридических лиц, основная их часть предприятий и компаний, в банках, депозиты и иные виды счетов составляло 21 триллион рублей. Из них валютные средства составляли 8,5 триллионов рублей, а рублевые средства 13,1 триллионов рублей. Как видим, рублевые средства физических лиц были примерно равны рублевым средствам юридических лиц. Убытки юридических лиц от обвала рубля равны примерно тем же 150 миллиардам долларов. Это заметим на начало 2015 года. В 2015 году продолжается вакханалия с переоценкой валютных и с переоценкой национальной валюты, и убытки продолжаются. Но получается, что общие убытки предпринимателей, то есть тех, кто реально занимается экономикой, не банковского сектора, и граждан примерно 300 миллиардов долларов. Это сумасшедшие, просто невообразимые затраты на содержание вот этого воровского олигархического аппарата, который, заметим, в условиях кризиса, который ударил по всем гражданам абсолютно, только обогатились, стали еще богаче. То есть вот это расхождение между самыми богатыми и самыми бедными, как получилось еще больше обнищание, как в свое время писали Маркс с Энгельсом, и относительное, и абсолютное. Вот мы приходим к ситуации, когда уже возникает располюсовка общества, такая кардинальная, антагонистическая. То есть воспроизводится то, что, о чем писал Маркс, что было, ну, можно сказать, кратким мигом в истории,
когда действительно в Европе тоже произошла такая же располюсовка. Но потом все-таки здравый смысл взял верх, и с помощью там воина закамуфлировали вот это ограбление, сняли отчасти его, ввели социальное государство, и фактически вот та система, которая могла рухнуть в любой момент, была переориентирована и стала более жизнеспособной. Сейчас все возвращается на круги своя, прежде всего на территории России, антагонистические противоречия, которые ведут, некоторые думают, к социальной революции. Это все может вести и к полному распаду, уничтожению нашей страны. Очень просто. Кто-то считает, что гражданская война, может быть, была благом для нашей страны в начале 20 века. Ну так это не так. Это было жутчайшее кровопролитие, братоубийственная война. И ее повторять, наверное, никто не захочет. Вот. А если, может быть, и не захочет, то за него захочет кто-то другой. И когда кто-то к тебе с мечом придет, то против него у тебя есть только меч или смерть. Поэтому придется выбирать, и придется либо воевать, либо умирать. Вот такая система. Не факт еще, что, начав воевать, мы выживем. И то, что Российская империя возродилась в формате СССР, ну, в каком-то виде, ну, скажем так, в территориальном виде, в виде государственного аппарата, но не в смысле того, в смысле существования государственности, это было благом, и это благо исходило из предшествующей истории. Но мы можем потерять, запросто можем потерять свою страну, потому что она уже истощена во всех смыслах. Уже того населения, верного Отечеству, которое воспитывалось в рамках Российской империи, нет. И те, кто помнили славу нашей победы в 1945 году, тоже уже нет. Это население вообще уже ни на что не способно, оно не способно воевать за свою собственную страну. Разве вы это не чувствуете? Поэтому то, что можно сделать, это обращение к тем, кто где-то стоит вот рядом и может подтолкнуть ситуацию. Это срочные меры реанимации, срочное уничтожение олигархического пласта, конфискация банков. Об этом мы писали в наших политических программах партии «Великая Россия». Национализация всей кредитно-финансовой системы, всей. Может быть, потом можно будет отпустить ситуацию и позволить существовать неким небольшим там, региональным местным банкам. Но на нынешний момент полностью должна быть пройти национализация всех банков и все юридические лица, которые поглотили крупные государственные народно-хозяйственные комплексы, тоже должны быть национализированы в формате реквизиции, без возмездного отъема, причем с определенным обязательством для менеджеров стоять на месте и выполнять приказания центральной власти. И никуда. Любая попытка отлынивать – это саботаж и в тюрьму, можно сказать, до конца своих дней. Либо работаешь на месте, либо тебя тут же репрессируют. Другого пути нет – это военное положение, надо это понимать. И я вижу, что вот Катасонов это понимает. Дальше об этом поговорим. Ну вот здесь он ссылается на действия Центробанка, который, в общем-то, как оказывается, по закону, отметим, это закон, принятый при Путине, при поддержке Путина, о том, что Центробанк не является государственным органом, он не подчиняется никому, он абсолютно независим. То есть это разрушительный закон, который позволил Центробанку выполнять заказы врагов России. Он это и делает. Он отменил коридор бивалютной корзины доллар-евро. И пошла вот эта свистопляска. Министр Силуанов сказал, считаю решение Центробанка по отмене валютного коридора правильным. Ну, то есть и Министерство финансов тоже является агентом иностранных интересов, точнее интересов мировой олигархии, вот этих структур, которые между собой могут собачиться, могут как-то друг другу противоречить, но в целом это система, которая имеет консолидированный интерес на территории Российской Федерации. И этот интерес реализует наиболее явно, наиболее ярко Центробанк и Министерство финансов. Ну а покрывает их деятельность мистер Путин, а кто же еще? А вы думали, что это патриот России? С какой стати вы это решили? Крым наш, мы вернули Крым. Ура, оказывается, Путин был патриот, а мы-то и не знали. Ну какие же вы дураки, если вы не знали, что он никогда не был патриотом, а русских он назвал либо придурками, либо провокаторами. Вот все, кто за Россию для русских, те придурки или провокаторы. Ну вот эти слова, сказанные однажды, должны были полностью переключить, как есть такой триггер, такое устройство. Те, кто считал, что на Путина можно рассчитывать, должны были переключиться никогда, на настроение такое, никогда на Путина рассчитывать невозможно и нельзя. Он является частью этой олигархической системы, выразителем ее интересов. Он покрывает всеми средствами, в том числе средствами пропаганды через телевидение, покрывает деятельность врагов России.
А они вот прямо олицетворены в фигурах Набиуллиной, главы Центробанка, Путин назначил, и Силуанова, главы финансового ведомства Российской Федерации, тоже назначен Путиным. Может быть, они, правда, его назначили, не знаю. Вот, так информация, вот эта инсайдерская информация об отмене коридора бивалютной корзины была оглашена на весь мир. В таких случаях, в принципе, суверенное государство действует втайне и принимает решения неожиданно для других, чтобы они не могли подготовиться и не могли использовать ситуацию в свою пользу. И тогда государство только в свою пользу склоняет последствия тех решений, которые принимает. Здесь же была предоставлена возможность всем авантюристам всего мира использовать крах российской валюты на свою пользу. И именно поэтому крах был столь глубокий и будет продолжаться. Президент Российской Федерации сказал, что, мол, мы знаем, кто играет против рубля. Ну и что он сделал за прошедшее вот окончание 2014 года? Ничего не сделал. Он продолжил ту же самую игру. Враги России во главе с Путиным, Сатунов так, к сожалению, не пишет, но я перевожу это так. Враги России во главе с Путиным, это я уже вставляю от себя, отвергают такой апробированный метод защиты национальной денежной единицы, как валютные ограничения по капитальным операциям. То есть валютная сфера у нас не регулируется. Именно для того, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике. Поэтому заниматься предпринимательством в Российской Федерации невозможно. Невозможно. Риски настолько велики, что любое вложение может обратиться в пыль, если вы не вписаны вот в эту воровскую систему. Если вы не воруете, то вы не можете предпринимать в Российской Федерации, поэтому предпринимательское сословие идет на сговор с олигархией, с бюрократией и бросает на произвол судьбы свою собственную страну, потому что ну кто же, кроме предпринимателей, может профинансировать изменения ситуации? Да никто, а они не финансируют. Русские предприниматели не финансируют русское национальное движение. Ну как это можно себе представить? Это значит русские против русских. Русский предприниматель становится рабом антирусски настроенного чиновника вроде Владимира Путина, который говорит, вы все придурки или провокаторы. Вот мы придурки и провокаторы. А получается на деле, что, конечно, для врага России мы придурки и провокаторы. Вот. Но коль скоро мы таковыми себя не считаем, мы должны как-то консолидироваться. Все слои и усилия предпринимателей, усилия политиков должны как-то сложиться, и олигархический режим должен быть отменен, олигархия ликвидирована, суверенитет восстановлен. Только в этом случае возникает возможность действительно продуктивного предпринимательства и очень быстрого роста, а есть все для этого основания, российской экономики. Без этого вы все будете просто рабами. Вы будете отмывать воровские деньги, которые будут вам предоставлять, вам предоставят заработать. Вот эта шайка, которая сидит на всех уровнях. Сейчас она уже отбор произвела, всех честных людей удалила со всех постов, там, в том числе и судейских, административных. Все, это тотально уже чуждая России система. И она должна быть уничтожена. Разве не так? Директор службы внешней разведки Михаил Фродков заявил, что знает иностранных спекулянтов. Он что-нибудь сделал за прошедшее время? Ровным счетом ничего. Ну, потому что он Фродков, потому что он не разведчик, потому что это человек вообще, непонятно каким образом оказавшийся на государственной службе, занимавшийся там налоговой полицией, которая потом очень быстро исчезла, побывший премьером Российской Федерации, теперь разведкой занимается. Какое он отношение к разведке имеет? Конечно, никакого. Катасунов пишет, 99% так называемых иностранных инвестиций – деньги финансовых спекулянтов. Они не приходят в нашу страну, а заходят и часто просто забегают. Поэтому, если была бы у нас суверенная страна, то правительство просто бы перекрыло этот канал, просто запретило бы пересечение границы вот этими авантюристическими капиталами. А если кто-то захочет инвестировать в Россию по-серьезному, не просто отчитаться, у нас все время какой-нибудь форум прошел, там контракты на столько-то миллиардов, на столько, это все вранье. Все это вранье, ну, естественно, что это для пропагандистских целей делается. Если бы серьезные инвесторы были, то они бы здесь и реализовали все свои предпринимательские инициативы. А они забегают только как временные инвесторы. Инвестировали, получили свой кусок и тут же унесли его в зубах, чтобы, не дай бог, не подвергнуть каким-нибудь рискам. А эти риски беспрерывно. Система финансовая работает очень быстро в сравнении с предпринимательством, с физической экономикой, которая что-то строит, производит товары и услуги, что-то реальное. Финансы действуют мгновенно. Чуть что пошатнулось,
и финансы отхлынули. Если не поставить границу по политическим границам России, не запретить финансам пересекать эти границы, то любое малейшее колебание, все неуспехи будут у нас, а все успехи и вся прибыль будет за рубежом. Так именно оно и происходит. Это и есть способ грабежа. Вроде бы все по закону, а на самом деле свободное движение капитала через границу означает ограбление Российской Федерации. Кто не перекрывает эту границу, является предателем. Владимир Владимирович Путин – предатель, потому что он эту систему создал, и он поддерживает ее существование. Почему? Потому что он вписан в мировую олигархию. И сколько бы он ни говорил гневных слов по отношению к своим иностранным партнерам, он будет все время их партнером и соучастником всего того безобразия, которое происходит. Вроде бы деятельность, наносящая экономический ущерб стране, подрывает безопасность России. А все по закону, как я и сказал. Даром ли, что наши либералы под чутким руководством зарубежных советников 20 с лишним лет выстраивали такую систему, систему, которая легализует ограбление России. В России не было зафиксировано ни одного случая возбуждения дела по валютным спекуляциям. Вот что такое система, которую построил Путин. Экономический либерализм – это универсальное средство уничтожения России, а он сейчас царствует в России. Валютный либерализм означает установление режима свободного плавания валютного курса национальной денежной единицы, снятие ограничений и запретов на валютные операции, связанные с внешней торговлей и движением капитала, решение на применение физическими и юридическими лицами иностранной валюты во внутреннем денежном обращении, депозитарная экономика. Вот это и есть катастрофа для нашей страны. В закон о валютном регулировании и валютном контроле, в который в середине прошлого десятилетия были внесены поправки, которые дают основания называть это актом о валютной либерализации. Ничего не изменилось с тех пор, с середины ельцинского периода, ельцинского правления. Было отменено также требование резервирования, то есть при проведении валютных операций участников внешнеэкономических отношений уже не требуется резервировать средства через уполномоченные банки в Банке России. Россия стала проходным двором. Банк России заявил, что собирается в 2015 году отпустить рубль в свободное плавание. Так оно и произошло. Ну что, в 2014 году за первое полугодие объявили об оттоке 75 миллиардов долларов. Спекулянты побежали из России. Действительно, колеблется уже не конъюнктура каких-то отдельных предприятий, а вся российская экономика в целом в глубочайшем кризисе, может быть, самом глубоком за всю историю Российской Федерации. Политика Банка России полностью совпадает с установками первых лиц государства. Путин заявил, не планируем вводить какие-то валютные ограничения или ограничения движения капитала. Поэтому все слова о валютных спекулянтах – это просто ничто. Путин не собирается никоим образом их останавливать. Вот, выступая перед Федеральным собранием в конце 2014 года, Путин потребовал от Банка России и правительства жестко, но скоординированно отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля. Это было выступление перед Федеральным собранием, ну, которое слушают обычно многие. Поэтому это было сказано, но делать-то никто ничего не собирался, поэтому министр финансов Антон Силуанов уверил, что все эти указания Путина не подразумевают введение каких-либо ограничений. Практически все страны БРИКС, ну это вот то, что считается развивающимися экономиками, бурно растущими, якобы они бурно растут, на самом деле не так, кроме России, периодически прибегают к валютным ограничениям. А Китай их никогда и не отменял. А у нас их нет вообще, поэтому наша страна самый лакомый кусок для ограбления. Международный валютный фонд в 2012 году официально заявил, что страны в условиях резких колебаний валютных курсов могут вводить ограничения в сфере трансграничного движения капитала. Даже Международный валютный фонд, этот инструментарий мировой олигархии, готов на введение таких ограничений. Но Путин и его финансисты не готовы. Почему? Продолжают грабить Россию. Это для них вопрос жизни и смерти. Как только введут, тут же начнется рост экономики, рост независимых капиталов, которые профинансируют иное политическое и государственное устройство Российской Федерации. Они на это не готовы, хотят продолжать грабить и грабить нашу страну. Еще один фактор, препятствующий быстрому и масштабному возврату капиталов в Россию, это глубокая интеграция этих капиталов в западную экономику. Если мы считаем, что у нас есть наши олигархи, то мы глубоко ошибаемся. Это все не наши олигархи, даже если они носят русские или похожие на русские фамилии.
Какой-нибудь Абрамович, конечно, носит не нашу фамилию, не русскую фамилию, но он, являясь гражданином России, обладает капиталами, которые интегрированы в западный капитал. И взять просто так эти капиталы невозможно. Это нужна кропотливая работа и определенные волевые усилия. Это требует стремительных, решительных действий. Разве нынешняя власть на это способна? Нет. Там нет даже таких людей, таких ориентиров нет. Это плоть от плоти, Абрамович, плоть от плоти путинизма. Вот, потому что в России президентом Российской Федерации объявлена, можно сказать, уголовная амнистия для тех, кто украл и сбежал на Запад. Вот если вы вернетесь, мы вам все простим и даже уголовные дела не будем возбуждать. Если мы начинаем пытаться возвращать активы с помощью уголовной амнистии, мы и активы не вернем, и Россию окончательно потеряем, так резюмирует Валентин Катасонов. На сегодняшний день объем наличной валюты, находящейся на руках у населения, намного превышает при перерасчете по официальному курсу всю наличную рублевую массу. Это означает, что у нас наличная валюта вовсе не национальная, а интернациональная. Уровень присутствия иностранной валюты в стране обратно пропорционален степени суверенности государства. Это азы экономической и политической науки. Рубль свидетельствует о том, что Россия не суверенное государство. Так кто нами правит? Может быть, как раз вот эти придурки и провокаторы, как нас, русских националистов, назвал Путин. Нет, это вот они, это вы, господин Путин, возглавляете придурков и провокаторов. Одни просто по дури занимаются этим безобразием, а другие являются подлецами, которые грабят нашу страну во главе с незабвенным всенародно избранным. Объем казначейских бумаг нашего геополитического противника превышает 100 миллиардов долларов в нашем распоряжении. Банк России кредитует почти под нулевой процент нашего геополитического противника. Вот покупает Центробанк казначейские бумаги Соединенных Штатов. 100 миллиардов долларов. Вот на такую сумму мы прокредитовали не российскую, а американскую экономику. Это годовой военный бюджет России в 2014 году. Уровень монетизации российской экономики, отношение денежной массы к ВВП составляет примерно 40%, а в странах Запада он почти повсеместно превышает 100%. Смертность наших предприятий в условиях острого дефицита денег, крови и экономики запредельно высокая. Нельзя развивать в России предпринимательство, нельзя, поэтому денежную массу все время сокращают. Видите, соотношение к ВВП 40%, а на Западе 100%. Как это получилось? Кто контролирует вот этот уровень монетизации российской экономики? Контролируют все те же финансовые структуры, враждебные к России. Они все враждебны, поверьте. Все структуры, вся банковская система, все кредитные отношения, вся система регулирования валютных отношений, выпуска наличной валюты, наличных денег. Все это сформировано в одну антироссийскую, антирусскую систему. Я так, по крайней мере, читаю Валентина Катасонова. То, что предлагает Катасонов, это возвращение к советской системе. Ну, я тоже к этому как-то вот относился с определенной критикой и считал, что Катасонов слишком левые взгляды для меня высказывает. Но, внимательнее ознакомившись с его позицией, я понял, что он предусматривает это на период войны, который ведется против нашей страны. Раз так, тогда действительно должна быть государственная монополия внешней торговли, государственная монополия банковского дела и государственная валютная монополия. Но с монополией внешней торговли труднее это установить одномоментно тяжело, то есть к этому надо идти. А монополия банковского дела и валютная монополия – это то, что можно сделать сразу. Можно сделать, можно сказать, в один день. И то, что это не делается, означает, у власти находятся враги нашего Отечества. Они называются правительство Российской Федерации, Государственная Дума Российской Федерации. Но они враги нашей государственности, враги России. Самое главное, что призывы бороться с валютными спекуляциями были лишь рефлексией, неосознанной до конца реакции на кризисные события ноября-декабря 2014 года. Просто Путин отрефлексировал, когда он находится наедине с самим собой, он начинает думать как обычный человек, вот как мы с вами начинаем думать. А спекуляции возникают, кому-то очень выгодно падение национальной валюты, так их надо брать за шиворот. И обычный человек так и думает. Так и подумал Владимир Путин. Но когда к нему пришли экономисты либеральные, все ему объяснили, где его достояние, где его состояние, где его интересы, он свою позицию, естественно, сменил и никаких действий против валютных спекулянтов не предпринял. Если вам не нравятся спекуляции, значит, вам не нравится капитализм. Вот идеология либеральных аналитиков, либеральных политиков, либеральных экономистов. Но Путин же не хочет быть не либералом. Он либерал, его так воспитал Собчак.
Кстати, Путин в своем выступлении перед федеральным собранием фактически согласился с тем, что валютные спекуляции – это норма рыночной экономики. Ну, коль скоро так, то, может быть, нам такая экономика не нужна, мы ее назовем как-то по-другому – национальная система политической экономии, да? Национальная экономическая система. Ну, не рыночная. Рыночная – это у них. Пусть они там своим рынком занимаются, им нравится, ради бога. У нас должна быть своя национальная система. Без того, с чем согласен Путин, с тем, что валютные спекуляции – это норма жизни. Не норма, не норма. Вообще спекуляции – это не норма. Спекуляции не являются преступлением. Преступление – это манипулирование рынков. Так пояснил в интервью финансовый омбудсмен Павел Медведев. Ну, это негодяй, который занимается, в кавычках, занимается финансовыми вопросами с незапамятных времен, еще там с начала 90-х годов. Вот он как просидел в Госдуме бесконечное количество созывов, и ему предоставил Путин статус правозащитника в финансовой системе. Ну, это просто человек, который выражает интересы наших врагов, то есть банковской системы Российской Федерации. Поэтому он сказал, спекуляции не являются преступлением. Вся система является преступлением. И Павел Медведев, который ее защищает, является преступником. Мы так должны к нему относиться. Может быть, кто-то вспомнит о нем, увидит его сидеющую голову и потрепанный вид по телевидению, когда человек выступает в защиту финансовых спекуляций. Вот это Павел Медведев. Пожалуйста, это преступник, враг Российской Федерации. Вот. Есть еще один человек, который высказывался по-пацански, как Путин. Это Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации. Он 11 декабря прошлого года предложил ввести уголовную ответственность за спекуляцию на валютном рынке. Но потом к нему пришли, объяснили, и он все понял. Это не преступление, ничего сделать нельзя. Буду заниматься другим. Ну, например, буду преследовать русских националистов, которые знают, кто друг, кто враг России. Вот за это, за их знания и продолжаются преследования, о которых мы в русских новостях постоянно говорим и еще скажем не раз. Возникла офшорная аристократия, пишет Валентин Катасонов, узкая группа людей, которая формально считается гражданами Российской Федерации, фактически являются нерезидентами, поскольку их капиталы, активы, имущество находятся за пределами страны. Вот кто управляет российской экономикой. Что должна сделать национальная власть? Просто этих людей арестовать. Как преступников, иностранных агентов, проникших на нашу территорию. Не какие-то там НПО, какие-то люди, которые какие-то крошки там собирают. Ну, говорят гадости про Россию на территории России, являясь гражданами. Ну да, это, конечно, враждебный элемент. Но самый важный враждебный элемент – это офшорная аристократия. Вот эти люди, которые ассоциировали свои капиталы с Западом, вот они должны лишиться всех капиталов, всех статусов, и желательно, чтобы они сели пожизненно в тюрьму. Иностранный капитал внутри страны является нашим врагом. Во-первых, это иностранные компании, банки, идеальный кошелек для финансирования любых подрывных акций внутри страны. Но самая подрывная акция – это существование правительства Российской Федерации во главе с Путиным и Медведем. Вот это самая подрывная структура, которая финансируется и поддерживается разным прямым и косвенным образом вот этими иностранными капиталистами внутри страны. Средства массовой информации, наши враги, которые финансируются из-за рубежа или из внутренних источников, подконтрольных Западу. Ну или, продолжим мысль Катасонова, подконтрольных местной здесь вот российской олигархией, российскими банками. А кто финансирует вот все эти структуры промывания мозгов? В основном российские банки. Они называются российскими, а по факту они являются нашими врагами. Часть многомиллионной армии мигрантов является нашими врагами, конечно, это тоже часть экономической системы, хотя и не относящаяся к финансам, но тем не менее их финансируют, они отправляют свои деньги за рубеж для поддержания своих семей, которые остаются там, или здесь перекачивают в какие-то сферы потребления, несвойственные гражданам России, например, в наркотики там, или еще куда-то, в какие-то низкопробные продукты, которые вредны, например, для здоровья. Вот качается рынок потребления, и поэтому мигранты перекашивают всю систему нашего жизнеобеспечения, существования. Неправительственные организации, о которых я говорил, тоже враждебны российской государственности и экономической системе. И вот главный враг – это Центробанк Российской Федерации, или главное его воплощение, структурное воплощение врага России, вот Центральный банк, особое экстерриториальное образование, контролируемое Федеральной резервной системой США, я цитирую Катасонова. Российские банки, которые с этого года подпадают под прямой административный контроль со стороны налоговой службы США, согласно американскому закону ФАТКА, они даже официально будут именоваться налоговыми агентами США.
Уже не приходится говорить о том, что с тех пор, пока наши банки будут осуществлять расчеты в долларах, они будут оставаться на крючке Вашингтона, поскольку все долларовые операции проходят через банковскую систему США. То есть уже даже не скрывается зависимость финансовой системы и полное ее подчинение интересам вашингтонского консенсуса. Что касается наличной валюты, долларизированная страна теряет всякую возможность проводить независимую денежно-кредитную и валютную политику, в том числе и возможность использования кредитов Центрального банка для предоставления ликвидности банковскому сектору в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, это если банки наши, а у нас банки-то чужие, поэтому тут об этом речи нет. Главное, что должны понять в порядке ликбеза граждане, что если доллар не запрещен к хождению на территорию Российской Федерации, мы не суверенная страна. И тот доллар, который все прячут по своим кубышкам и думают сохранить свои сбережения в долларах, попадают в ловушку. Да, они сохранят вот этот кусочек своего благосостояния. Но страна в целом проседает, понимаете? Вам принадлежит там 1000 долларов, которые вы положили куда-то там под подушку. Но вы при этом за эти 1000 долларов лишаетесь права контролировать, например, все природные ископаемые Российской Федерации, всю систему обращения денег, с помощью которой у вас изымают все, каждую вашу зарплату могут обесценить, и ваши рублевые сбережения будут обесценены, да и доллар сам будет обесценен, потому что его кто-то думает, что он сохраняет свою покупательную способность, так нет же, она упала очень значительно за последние 10 лет. Поэтому вы не сохраните ничего. Без суверенитета российская экономика – это способ разграбление природных богатств страны и ограбление граждан, которые каждый день ходят на работу и создают материальные, духовные ценности и поддерживают свою жизнь. Ваша жизнь будет уничтожаться до тех пор, пока существует иностранная валюта на территории вашего государства. И когда вы используете эту валюту в качестве средства накопления или средства платежа, пока валюта, иностранная валюта является деньгами на территории Российской Федерации, мы находимся в условиях тотального разграбления. Если это не будет пресечено, значит мы останемся рабами. Я надеюсь, что это понятно. Никакого иностранного присутствия в сфере финансовой, кредитной на территории Российской Федерации быть не должно. А если остается, значит мы оккупированы. А если мы оккупированы, должны бороться против оккупантов, против гауляйтеров, которые выдают себя за президента, премьера, министров и так далее, и так далее. Всех чиновников, которые обслуживают эту оккупационную систему. Это гауляйтер, это не президент, премьер, там, избранный губернатор и так далее. И выборов никаких нет. Это все фальшивка. Продолжаю цитировать Катасонова. «Банк России, Центробанк выпускает рубли путем покупки долларов и иной иностранной валюты. Наш российский рубль фактически перекрашенная зеленая бумага. Долларизация банковской системы России – это также валютные кредиты, составляющие активы, требования отечественных банков. Долларизация российской экономики также проявляется в наличной иностранной валюте, которая выступает в качестве средства обмена, платежа и сбережения инвестирования». Но коль скоро долларизация есть, значит произошла дерусификация России. Не в русских интересах долларизация российской экономики. Парадоксально, что началось бегство клиентов банков в первую очередь в доллары США, валюту той страны, которая стала организатором и координатором экономических санкций Запада. Я думаю, что это не так уж удивительно, потому что это бегство тех людей, которые имеют такие возможности, им есть чем бежать. И они пытаются сохранить свои сбережения в валюте геополитического противника. Это любопытное, конечно, поведение. Фактически переход на сторону врага. Винить за это обычных граждан невозможно, потому что они даже не осознают, что происходит. Но то, что такие условия произведены, то есть всех как бы мобилизуют в полицаи. И это является поддержанным правительством деянием. Перейти в статус полицая из обычного гражданина, собрав доллары, спрятав их, то есть фактически нанеся удар по своей собственной стране, человека превращает в невольного полицая, в того, кто обслуживает интересы иностранных государств, и даже не государств, а надгосударственных или внегосударственных структур, вот этих корпораций, которые грабят весь мир, а Россию прежде всего, это самое главное на сегодняшний день, главная жертва мировой олигархии. По данным казначейства США, в начале 2000 года в России находилось 60 миллиардов долларов зеленой бумаги, более 40% вывезенной массы наличных долларов США по обследуемому курсу стран, 25 стран, и более 10% всей массы долларов в обращении, включая наличность, обращающуюся в США. Представляете, какие колоссальные массы просто зеленой резаной бумаги сюда завезены.
а вместо долларов должны были обращаться рубли. Это, понятно, было преступное деяние в начале 2000 года. Я напомню, тогда Путин был исполняющим обязанности президента Российской Федерации. И в том же году он стал действующим президентом, будучи избранным на выборах. И он продолжил эту деятельность. На сентябрь 2006 года объем американской валюты в России был оценен уже в 80 миллиардов долларов. На втором-третьем местах после России значились Китай и Аргентина по 50 миллиардов долларов. Если учесть также евро и другие иностранные валюты, то можно смело сказать, что общий объем иностранной валюты на территории России в конце нулевых годов был явно больше 100 миллиардов долларов. То есть не рубли обращаются, не рубли являются, исполняют функции денег на территории Российской Федерации. Значит, мы оккупированы. Это как если бы наша страна была бы оккупирована Гитлером, и здесь вместо рублей ходили бы рейхсмарки. Вот такая ситуация. Совзнаки тогда или там денежная система Советского Союза была бы ликвидирована, ну как она и была ликвидирована на оккупированных территориях. А в оборот пущены марки, деньги оккупирующего государства. Также и сейчас у нас доллар – это валюта, оккупирующая другие страны или все страны мира, олигархии. Путин заявил в 2014 году, что по итогам года отток капитала России составляет 120-130 миллиардов долларов. Наполовину это объясняется обменными операциями, которые совершают обычные граждане. Таким образом, у президента получилась цифра как минимум 60 миллиардов долларов. Если к тем 20 миллиардам долларов наличной валюты, которая имелась на начало 2014 года, приплюсовать годовой прирост валюты в 60 миллиардов долларов, цифра, названная Путиным, то получится 80 миллиардов долларов наличной валюты на руках населения на начало 2015 года. Сумасшедшая цифра. Получается, что доля иностранной валюты в общем объеме наличной денежной массы России в начале нынешнего года находилась в районе 40%. 40%. Долларизация экономики просто чудовищная. Госпожа Набиуллина, глава Центробанка, очень, видимо, гордится тем, что Россия по обеспеченности обменниками в расчете на 1000 человек населения сегодня обогнала все страны цивилизованного мира. Это явно триумф валютного либерализма. На этом мы первую часть ликбеза экономического заканчиваем. И дальше будем в следующей передаче цитировать вновь Валентина Катасонова и обсуждать и комментировать то, что написано в его книге «Битва за рубль». Валентин Катасонов. «Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России».